Привет всем, кто танцует! С вами первая хоккейная передача, которая по-прежнему экономит вам время пребывания в интернете и при этом рассказывает обо всех самых главных новостях из мира МХЛ в социальных сетях. Юниорская сборная России U18 стала победителем турнира пяти наций в Сочи. Парни, как обычно, все вместе повалялись на льду, подержали кубок, сделали фотки друг с другом. Ничего необычного. Ни матной музыки в раздевалке, ни душа из шампанского, ни даже сломанного кубка. Ничего. Грубый век, грубые нравы, романтизма нету. Игроки молодежной хоккейной лиги могут смело пробиваться в проекты, связанные с танцами. Столько талантов в одной лиге. Вот, например, Максим Казаков, нападающий КК «Алмаз», отрабатывает свое новое празднование заброшенной шайбы. Максиму своего звездного часа долго ждать не пришлось. Этой лунной походке позавидует даже сам Антон Назаревич. Но, как оказалось, фанатами Майкла Джексона является не только Максим с Антоном. Ответочка от Максима Сарапульцева. Грядет батл. Жесткий батл. На корабле бунт. Кузнецкие медведи провели акцию «Не танцуют с МХЛ». А с чем они ее провели? Правильно, с танцами. Танцевать не надо, танцевать. Танцевать не надо, танцевать. Держи себя в руках. Танцевать не надо, танцевать. На нас же смотрят. Танцевать не надо, танцевать. Да, ребят, вам лучше не танцевать. МХЛ без челленджей – это не МХЛ. Все те же кузнецкие медведи запустили фингер-челлендж. На момент записи этого видео никто пока не рискнул своими пальцами. Ну, только Стас оттяпал сам себе часть пальца. Finger challenge, это не так-то просто. Ждем ваших пальчиков, ребята. Ну и напоследок мой любимый тайфун. Тайфун. Майфуна осина надо. У Никиты Малухина спросили. Манух, почему не забил? Вот почему? А чё хихихаха? Мне нечего вам ответить. А чайки забьёшь? Чайки, да. Смотри, если не забиваешь, то бреешься на лысо. Мне не привыкать. Забил ли Никита? Не-не-не, закрой, быстро закрой. Нет. И наказание пришло очень быстро. Ну вот, выполнение обещаний. Как сказал, сделал. Как ваше ощущение? Нормально. Какой из этого можно сделать вывод? Теперь Никита стал чуточку легче и быстрее. Ставьте только правильные хэштеги, смотрите нас и следите за будущими звездами мирового хоккея, чтобы потом было что вспомнить. И пусть у вас будет все хоккей.